Всем привет! Как вы, наверное, уже знаете, сегодня ночью выйдет обновление от разработчиков. А уже завтра, в пятницу в 14:00, запустятся наши сервера. И в этом видео я быстро и кратко, не отнимая у вас много времени, расскажу, чего же все-таки ждать в предыдущем обновлении. Также мы читаем ваши комментарии и заметили, что многие негодуют по поводу добавления нами кастомной карты. Кстати, да, после глобального вайпа мы ставим свою кастомную карту. Но пока лишь на 10-й сервер, чтобы мы с вами могли ее оценить и протестировать в игровом процессе. Далее, если карта вам понравится, мы исправим все недостатки и поставим ее еще на некоторые сервера, но кастомная карта никогда не будет стоять сразу на всех серверах. Так что не переживайте. Также есть небольшая просьба к тем, кто будет играть после вайпа на 10 сервере. Если найдете какой-нибудь баг или недостаток, то скидывайте его на почту, чтобы мы могли исправить его как можно скорее. Карта делалась с нуля, а не поверх процедурки, поэтому недостатки могут быть. Удивляться не стоит. Ну и спасибо тем, кто относится к этому с пониманием и помогает нам их исправлять. Переходим к обновлению от разработчиков. Улучшили возможности размещения объектов, и теперь можно ставить маленькие ящики и прочие небольшие предметы под ремонтный верстак. Также под барбекю теперь тоже помещается маленький ящик. Появится консольная команда, которая может пригодиться и очень улучшить жизнь обладателям слабых ПК. По умолчанию значение 100, минимальное 10. Различие между максимальным и минимальным значением вы видите прямо сейчас на экранах. Изменится меню настроек. Все настройки графики теперь находятся в одной вкладке. Появилась новая настройка, которая позволит отключать отображение рисунков на табличках. Не думаю, что это даст ощутимый прирост производительности, но вот стримерам может пригодиться, чтобы случайно не наткнуться на что-то непристойное и не получить за это бан. Уже достаточно давно показали скриншоты новой снайперской винтовки с прицелом 8x, но пока до конца не ясно, увидим ли мы ее в грядущем обновлении, потому что на стадинг-ветку ее все еще не добавили. Но зато добавили дымовые гранаты, которые реально могут быть полезны в множестве игровых ситуаций. Изучить и скрафтить их нельзя, но можно купить в городе бандитов по цене 10 скрапа за штуку. Не так давно разработчики показали 3D-модель нового игрового автомата для казино, но пока тоже не ясно, закончит ли его к этому обновлению. Также присутствуют мелкие, но приятные изменения. Добавили переработчик в городе бандитов. Находится он в соседней комнате от рулетки, чтобы могли переработать компоненты, а потом с большим удовольствием пойти и все проиграть. Ускорили время гниения мелких предметов, типа баррикад, почтовых ящиков, НПЗ и прочего, если они не находятся в зоне шкафа. Ну и тыквы с кукурузой потеряли индикатор спелости, теперь срывать их можно только полностью созревшими, также они отныне стакаются до 20 штук. Еще показали скриншоты огромного корабля, который будет частью интересного водного ивента, но скорее всего мы не увидим его в действии после этого обновления. Но не стоит расстраиваться, разработчики уделили время оптимизации, так что обязательно заходи в игру после вайпа, чтобы это проверить. Поиграть, кстати, рекомендую на нашем проекте Magic Rust, все сервера будут запущены в пятницу в 14:00. Мы начали заниматься этим каналом и не планируем останавливаться, так что если вам понравилось это видео и вы хотели бы видеть подобное в будущем, то не поленитесь поставить лайк. Ну и на канал подписывайтесь, если до сих пор этого не сделали. Спасибо за просмотр и до встречи на серверах.